как будто сейчас сломаются. Это не шутки, я сейчас с вами тут шучу. Сами китайцы пришли и фотографируют, вы представляете? Там будете долго-долго-долго. Да мы, кстати, поехать можем. Шинима хуйня. Хуйня, боже, хуйня. Итак, друзья, Джак. Это та компания, которая уже была у нас на рынке однажды. Та компания, которая повторяет за Hyundai. У нас копия Hyundai, вот Jack S5, типа, без разряда AX35. Этот даже еще компактнее, наверное, сейчас. Но самое интересное, это, конечно же, новая их тема, Jack S7. Который очень-очень-очень-очень похож на Tucson. Но только он 4,8 в длину. Это значит, что он гораздо больше этого всего. Это уже практически Санта-Фе. И выглядит он, что самое интересное, достаточно прикольно. Смотрите, какой багажничек, а? Так еще и 7-местный он. О, обалдеть. Вот так вот раскладываются сиденья. Даже места, возможно, вам хватит там. То есть система такая, все в принципе просто, да, должно быть легко. Такие как будто сейчас сломаются, тянешь вот за нее, как-то неудобно тут. Кажется, что сейчас вот это просто обломится, потому что нужно тянуть, а тянуть нужно силу прикладывать. Обратите внимание, открывается как Audi Q7. С этой темой остается у нас фонари, фонари остаются здесь. Кстати говоря, задние фонари здесь очень похожи на лексусовские какие-то. Ну, то есть, вот, ну, просто сделаны круто, просто интересные светодиодики. Тут полоса такая, правда, тоже мутный пластик. О, друзья, я теперь понял, почему вокруг нее так много народу. Давайте я попробую туда внутрь залезть. Дверь, да, проверила, как закрывается, молодец. Обратите внимание, как сделано. Кожа такая, так себе, прямо скажем. Хотелось бы получше. Ручки аудиосистемы Infinity Refine S7. То есть это какое-то типа обновление. Давайте залезем внутрь. Чтобы посмотреть, мы должны посмотреть на то, как здесь вообще все происходит. Насколько тут круто, кажется круто или на самом деле круто. Сопла воздуховодиков. О, ну понятно, да тут вообще прям огонь. Здесь же Mercedes какой-то. Дисплей, воздуховоды, часы по центру. Люди фотографируют ее. Сами китайцы пришли и фотографируют. Вы представляете, насколько она им интересна? Потому что сделано круто. Они смотрят. Ну, наконец-то. Вот когда у нас так будет? Вот мне интересно. У нас когда-нибудь вот так вот будет, чтобы ты приходил, садился в нашу машину и сравнивал ее с Мерседесом? Что типа, во, как наконец-то, как в Мерседесе сделали. Вот теперь будет классно и удобно. Мне кажется, нет. Такого не будет никогда. Кстати, смотрите, где все трогают, все проверяют тоже, насколько жестко, насколько где, что, как. Короче, друзья, мне нравится эта машина, потому что уже чувствуется, что сделано как-то хорошо. То есть что-то как-то поинтереснее. Смотрите, какой руль, какие кнопки. Чувак фоткает полностью электронную панель приборов. Там как много Китая, но, блин, тоже можно посмотреть, пощелкать. Работает, да? Мягко работает. Все классно работает. Вот, закрылись от внешнего мира. Теперь можно, в принципе, посмотреть, что как тут. Что-то где-то срабатывает какой-то щелчок небольшой. В общем-то, все. Вот здесь видно. Вот потому, насколько круто делали, реально видно по мелочам. Мелочи интересные. Мелочи хорошие, вот эти все крутилочки. Прям четкие положения, блин. Все нормально. Камеры даже есть. Камера. О, камера, смотри-ка. Камеру вокруг машины можем смотреть. Графика, конечно, так себе, на самом деле, по этой камере. Хочется, чтобы она была поинтереснее. Часы, обратите внимание, по центру. 4 воздуховода, как в Mercedes. Кнопки, да, такие же, как... Ну, попроще, конечно, чем как в Mercedes. Вот. Чувствуете, какие эмоции сзади возникают у людей? То есть и кнопки все, блин, и тройная степень подогрева и вентиляции. Только почему-то все синим, да? Решили, что нет, не надо как бы оранжевым. Зачем? Пусть все будет в общей стилистике. Рычаг, коробки, стандарт. Да мы, кстати, поехать можем. Реально, здесь кожа, друзья. Кожа пластик, здесь мягко, здесь под карбон. То есть все сделано действительно круто.
принципе, и потолочная консоль, и свет белый, и панорамная крыша гигантская, и сиденье, обратите внимание, что есть боковая поддержка, ты сидишь как человек уже нормально. То есть это реально Китай новой волны. Вы посмотрите, карбон какой. Это круче, чем в Шкоде сделано, друзья. И как бы это не шутки, я сейчас с вами тут шучу. Это, блин, реально так. То есть я сел в китайца, и он мне нравится. Давайте посмотрим по регулировкам. Только вверх-вниз. И при этом только вверх-вниз. Я не знаю, как они это делают, зачем, почему нельзя сделать нормально все. Бардачок. Бардачок обычный, но тоже с микролифтом. Смотрите, не падает, и зазоры все идеальны. То, за что ругали китайцы, уже все, уже все. Уже следующий уровень, уже окей. Давайте глянем, что там под капотом. Итак, друзья, здесь, значит, у нас с вами 2 литра турбо, 190 лошадиных сил, представляете? И все закрыто пластиком, все, больше вы ничего тут не увидите. Вот так вот, смотрите, через крышечки куда-то там, где-то чего-то. То есть все убрали, все спрятали. 170, правда, скорость пишет, и 280 ньютонов. На самом деле, достаточно клевая тачка, именно потому, что ну, здесь уже они типа премиум. Мы будем премиум. Самое главное найти, не найти тут каких-нибудь дополнительных пенопластов, да? Типа как шумоизоляция, как мы видели в Дунфине. Вы посмотрите, сколько вот этих открывашек, закрывалок, куда вы теперь не полезете. Просто все, и оно все в этом. Здесь вы тоже должны... Ага, окей, окей, I need it in English. Окей. То есть здесь получается вы тоже... Ой, кто-то уже сломал. You want to open it? Yes. 怎么打开? Don't touch. It's 你跟我说中文, it's 我是一位是人。不能打开是吧? 不要打开。 It can't be open. Yeah, so I understand. It's already there, broken. Yes. Значит, все закрыто. Причем здесь батарея, я так понял, да? Батарея, ну надо посмотреть, аккумулятор, там что, как здесь. Ох, и не потрогаешь у этих китайцев ничего. Ну а тачки, которые можно потрогать, удобно выбирать на автоспот.ру, ссылочка в описании. Здесь получается воздушный фильтр, тут куда-то. Металл? Металл, нормально. Здесь вот что-то как-то по зазорам не очень. Пороги двери, давайте посмотрим пороги двери. Ну нет, тоже не заходит. То есть они вот так вот делают, вроде бы порожек, типа, чтобы вы не били, а с другой стороны не заходит. Это не очень хорошо. А так получается, в принципе, аж 18-й катки тоже запихали сюда. Молодцы, везде есть. Да, ногой пинается, как вы видите, людям показывают. Вот, хорошая тачка, интересная. Вот хочется такую в России увидеть. Если она будет в России, то это будет прям... 5 баллов. Еще и в другом цвете, вообще Lexus чистый, синий, о, блин, офигеть, с красным салоном, к которому не прилипаешь, хорошая кожа, вообще класс, просто он у девушки даже выглядит на телефоне, настолько круто. Я там смотрел, там еще он скучный, а этот прям вообще классный, да даже пахнет нормально, вон там, типа, меряют даже по высоте, по зазорчикам. Все хорошо. Ну, тут, правда, кажется, что вот эта пластиковая штука другого цвета по сравнению с капотом и крылом. Она, видимо, так и есть. Я бы на такой поездил, точно.